Мемориальную дошку с именами 33 загинувших оборонцев Айчины открыли сегодня для братской могилы в Першамайском районе столицы. Ушановать память советских военнополонных, партизан и мирных жихаров пришли представники керавництва города, депутаты, ветераны, а так само школьники и курсанты военной академии. Здесь 30 тысяч захоронено в этом, под этим обелиском и рядом. И ни одной фамилии не было известно. Первомайская районная организация общественного объединения «Белорусский фонд мира». Мы, да, Первомайский район именно. Мы это определили, установили, собрали средства, активное участие приняли наши предприятия, организации, школы, учебные заведения, медицинские учреждения. На братской могиле и далее будут з'являться прозвища загинувших солдат. Работы по высветлению неведомых именов протягиваются.